Глава гагаузской автономии Михаил Формузал выступил инициатором встречи, занявшей на выборах Башкана второе место Николаем Дудогло. Формузал заявил, что приветствует принципы единства гагаузского народа, который декларировал во время избирательной кампании его оппонент, и готов сделать все возможное, чтобы мнение избирателей, которые отдали предпочтение проигравшему кандидату, нашло отражение в деятельности исполнительной власти автономии. «Я надеюсь, что господин Дудогло согласится с важностью данной встречи, и нам удастся обсудить программу действий, с которой он баллотировался на должность Башкана. Все принципы и идеи, которые соответствуют интересам Гагаузии и ее населения, должны быть учтены властями, вне зависимости от того, какой кандидат их предлагает», – выразил убеждение Михаил Формузал. По его словам, он также готов обсудить перспективу работы Николая Дудогло в исполнительном комитете Гагаузии, в том числе в должности заместителя Башкана. «Это позволит ему не просто выступать с критикой властей, но и на деле показать способность работать в интересах Гагаузии, а также почувствовать, что такое реальная ответственность перед избирателями за свои обещания», – заключил Башкан автономии.